Приветствуем вас, дорогие наши зрители, подписчики. Кому интересно, сегодня мы будем снимать видео, как мы делаем бисквит, да? Да. Бисквит для торта. Вот специально купили мы такую формочку для коржей, для тортов. Диаметр у него 25 сантиметров, толщина 6 сантиметров. Я забыла, не толщина, а высота. Высота 6 сантиметров. Толщина, это. На дно формочки мы постелили, как его, бумага для выпекания. Не смазываем, да, формочку? Для приготовления нашего бисквита потребуется 5 яиц, стакан сахара, стакан муки. Хороший миксер. Вот такой бисквит у нас получился. В духовке он пробыл минут 45-50 при температуре 180 градусов. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.